Жители деревни Галичная регулярно остаются без электроэнергии. За последний месяц обитатели деревни уже 5 раз по 12 часов оставались без света. Я нахожусь в деревне Галичная. У нас такая проблема. Очень часто у нас за последний месяц отключают электроэнергию. Вот последний раз, буквально на днях было, это выключили ночью, а дали только потом уже в 4 вечера. Как поясняет глава администрации Большедворского сельского поселения, причиной нарушения в электроснабжении Галичина является падение деревьев на линии электропередач. А жители деревни Галичина поступила жалоба, что у них есть отключение электроэнергии. Отключение электроэнергии произошло, что под линией электросетей поселилось семейство бобров. Конечно, электрики принимают меры, сразу выезжают на место происшествия, где упало это дерево, они видят у себя это, да, и выезжают, да, и устраняют вовремя аварии все. Это будет проходить до тех пор, пока, значит, семейство бобров там, значит, живет, пока она не уйдет, пока есть питание, она там, значит, живет. Питание кончится, они уйдут дальше куда-нибудь, да? Вот. Я думаю, что пока питание есть, а там, значит, в основном находится осина, ольха, которую они грызут, это все, да? Сейчас меры принимаются, значит, выезжала бригада электросетей, опилила, что можно упилить там, опилила, да? Вот. Чтобы, значит, больше не было обрывов электролинии. Я думаю, дальше этого не будет у нас. В том, что жители деревни периодически сидят без света, электрики винят бобров. По данным районной администрации, единственным выходом является отстрел животных, которые валят деревья на провода. Однако местным властям и жителям эта идея не нравится. Обращались и спрашивали, в чем проблема. Нам ответили, что это бобры. Что делать, мы не знаем. Бобры как бы тоже занесены в Красную книгу, и надо что-то как-то с этим делать. И бобров жалко, и нас жалко. Они ведь животные, они не понимают. Они дикие животные. Да, бобры будут жить. Как они дальше будут, как двигаться, куда пойдут, мы этого не знаем, понимаете? Несмотря на болотистую местность прохождения линии, бригада Ленэнерго при каждом технологическом нарушении оперативно восстанавливает электроснабжение потребителей. При этом важно понимать, что специалисты компании не занимались и не занимаются отстрелом бобров. Для снижения вероятности технологических нарушений из-за падающих деревьев компания реализует программу расчистки и расширения ЛЭП.